Ну что, друзья, пора как краской приступать, да? Давайте мы сначала это объединим. Скажем, Ctrl-Z. Все, объединили. Так, что еще нам надо? Нам надо вот эти ребят объединить. Тоже Ctrl-Z. Вот они у нас объединились. Это лапки, ушки, да? Ушки. Так. Это у нас тело. Хорошо. Так, это у нас. Ага. Почему мне объединили вместе с этим? Вот с этим. Так, ну-ка, и вот так прибавить, если и Ctrl-J. Вот, теперь объединили это все в одно. То есть, ну, скажем так, ну, желтый назовем. Это Михаил Белев там у нас будет. Так, этот оставим. Нос назовем его. Нос. Так, глаза. Глаза. Ну, пожалуй, все. Нос, глаза, тело. Так, как же его назвать-то? Ну, так все назовем. Все это лапки. Ушки, нос. Так, хорошо. Теперь выделим вот это. И скажем новый материал, назовем его тело. Так. Почему он пишет тело 2? Откуда это все? Я тут экспериментировал, да? Нельзя это как-то все взять и удалить. Так. Удалить. Не выдаляется хоть, нет? Сейчас, ребята, я все поудаляю. Не нужно нам это. Но они здесь все. Что? Не предусмотрено было? Назовем тело медведя. Тело медведя. Вот так, да? Тело медведя назовем и возьмем и скажем ему, что у нас оно тело медведя будет иметь вот такой цвет. Так, ну-ка, она покрасилась, видите, все хорошо. Теперь возьмем глаза, скажем тоже новое и скажем глаз медведя. Черный и очень блестящий. Вот так у нас медведя должен быть. Теперь скажем новый, это нос медведя. Медведя, и он будет коричневый, темно-коричневый такой, допустим. Раз, вот такой будет темно-коричневый, может быть. Да нет, пускай такой будет. Вот так. Далее выбираем все вот эти. Говорим, что нам надо. Подождите, вот мы выбрали на материале. Это что за все материал? Говорим новый. Новый материал. И применяем к нему такой цвет. Желтоватый. Так. Ну и вот так где-то. Вот так, чтобы сочетался. Так, не применился, да? Офигеть.
Получил материал. Так, глаза нам надо спекуляр добавить. До конца рудниц убрать. Вот так, чтобы они хорошо отражали нам, если что. Вот так. А эти желтые мы сделали. Вот видите, base color, все нормально. Так, теперь выбираем вот тушку нашу. Так, убираем вот эти материалы, это нам не нужны пока. И хотя нет, не так. Мы сейчас сделаем еще один новый, назовем его Бермех. Я уже надел, тут напробовался Бермех, да? Скажем, что у нас будет Diffuse BDS. Здесь кликнем, скажем, Color Ramp. И вот так поведем. Этот покрасим. Вот такой вот цвет. Темноватый. Так. А этот сюда подведем и сделаем желтоватый такой. Вот такой вот. Вот такой цвет меха у нас называется бермех. Окей. Теперь мы пойдем с вами в партикль. И скажем новый. Но не Ermitle, а Hair. Во, какой длинный. Частичек мы сделаем 5000. Во. Так. Длину сделаем 0,2. Таким образом мы вот установили. А материал применим бермех. Вот. Вот такой материальчик у нас получается. Так, и теперь нам надо пойти в меню Children и сказать Interpolated. Так. Здесь сделаем 0,5. И здесь сделаем 0,5. 0. Видите, как они увеличиваются. 5. Все, хорошо. 0,5, 0,5. Так. Здесь длина. Нет. Ставим пока так стоять. Так, еще нам надо попасть вот сюда, Рокнис, униформ сделать 1/10. И endpoint тоже 1/10. Вот так у нас будет хорошо. Чудно. Так, и теперь давайте выделим вот эти наши, и для них создадем другую HR-систему. То есть, тоже Hair, да? Здесь сделаем 0,2, наверное. Даже 0,1. Точка 1 поменьше сделаем. Так, дальше мы пойдем 5000 тоже сделаем, чтобы густоватая была, наверное, вот так, да. Так, и пойдем interpolated, сделаем здесь так. Здесь 0,2. Ротнис. Униформ, вернее, так. Сейчас, секунду. Так. Sets endpoint. Тоже 0,2 сделаем. Все. Так. Потом пойдем сюда. Так.
может быть, сделать 0,9, 0, 0, 5, если вот так. Я хочу покороче ее совсем сделать. И даже, может быть, 0,01. Вот, все. 0,01. Так, это у нас будет кожаная пуговка, пускай такое остается. Сохраним. И у нас нет цвета, мне кажется, у этого партикля. Так, ну-ка, где у него материал-то? Секунду, надо найти материал теперь. Куда у меня пропал материал-то? Вот здесь на рендере у нас есть материал. Так, а мы его не назначили, да? Лапки — это не то. Пойдемте в лапки. И добавим здесь еще один материал. Скажем, назовем его мех лапки. Мех лапки. И тоже, скажем, здесь диффуз. Дальше. Color будет color ramp. Здесь сделаем так. Сделаем вот так. Нет, такой будет. Так, допустим, да? Так. А здесь сделаем материал посветлее. Вот так должен быть. Так, теперь перейдем сюда и скажем, что у нас мех лапки материал. Вот, готово. Можем посмотреть. Только сохраним сначала. Тут скидывается на раз на этих мехах. И в 12 что будет? Понятно, что он у нас за тем материалом практически не виден, да? И глаза у нас не видны. Ну что ж, давайте тогда этим озаботимся. Надо часть этих волосиков стереть. Так, поставим нашу мишку пряменько и перейдем сейчас режим Particle Edit. Вот так. Так, и здесь можно взять расческу и начинать его причесывать, да? Так, ну нам надо вот в черный перевести, чтобы видно было. Так, ну сейчас мы попробуем с этой шерстью поработать, да? То есть мы пойдем сейчас в Particle Edit. Вот, Edit, да? И первое, что возьмем, возьмем вот эту вот расческу. Так. Ну, давайте маленечко вот так попричесываем его, чтобы не было прям вот, все прям растет из центра, прям так гладко, все гладко. Нет, пускай будет тоже так немножечко всяко-разно. Побольше можно сделать. Так, так. Здесь. Так. Вот. Далее у нас должно быть. Так, паф. Паф, он у нас вытягивает, наоборот. Тоже неравномерно. Так-то раз, провели. Вот так раз, раз. Этот паф. Вот так вот. Сделали этот паф. Хорошо. И теперь длина это.
Мы попробуем сейчас поменьше сделать и уменьшить вот тут длину. Ага. Она должна быть в минус расти. Стоп. Должен быть тогда у него здесь показатель минуса. Или же что-то надо зажимать. Так, он растет. А, вот я зажимаю теперь Shift, он начинает уменьшаться здесь. Так, потом вот тут мы уберем, нам не надо здесь перекрывать, а наш желтенький такой. И тут. Вот. Может, здесь тоже немножко. Так, ну что, попробуем. Сначала мы это сохраним. Так. Теперь пойдем и в 12 глянем. Вылезли у нас пуговичка наших глаз или нет? Это было бы хорошо. А, ну да. Надо выйти в объект мод. Я вижу, что здесь уже поуменьшилось, да? Но вот на этом глазу еще нет. Давайте сразу же уже тогда. Вот на этом глазу еще поуменьшим. Так. Так, так, так. Теперь опять переходим в объект мод. Ну, вроде бы нормально, сейчас глянем. F12. Ну вот с лапками уже ничего, вот это еще можно поправить даже. Может, не нужно. Так. О, вот глазки. Прекрасно. Глазки у нас вылезли. Отлично. Пойдем еще маленько попричешем. Так. Шип зажимаем. Так, вот здесь мне показалось, что многовато. Еще чуть-чуть на глазах, чуток. Ну, пожалуй, все. Хорошо. Теперь сделаем следующее. Поставим сюда. Так. Поставим мы сюда сейчас. Д. Плейн. Пропустим его вниз. Золото. Растянем, конечно, как нам нужно, выделим вот эти два. Е поднимаем наверх, по зету, э. Назад, выделим обои. Эту и эту. Наверх. Е. Так. Теперь выделяем все три. Ctrl-B. Колесико крутим. Делаем так. Так. И еще теперь переходим в Edit Mode. Вернее, объект мод. И говорим, что это будет у нас смус. Все. Теперь мы можем нашего медведя крутить как нам надо. Так, но для этого сначала пойдем Sizeless, у нас все нормально. А пойдем поставим сюда. В нашу
color у нас будет текстура. Текстура у нас будет. Так, ну тут может быть мягкая совсем текстура, какая-то такая. Значит, Blender. Текстура HDR. Чтобы она у нас просто как освещение было. Вот эту возьмем, допустим, да? Вот так. Хорошо. Далее, что еще нам потребуется? Ну, пока пускай 8800 на 800 будет. Потом-то всегда можно увеличить. Так. Все отлично. Смотрим через... Так. Где у нас plane? Plane. Поднимаем чуть-чуть, вот так. Так, нам надо view сделать и view закрепить, иначе у нас будет крутиться так, что мама не горю. Вот такой. И нажимаем F12 и смотрим, теперь ждем. Так. Вот такой у нас мишечка получился. Единственное, что я учел, что он будет сильно шерстяной, лапы надо было сделать подлиннее, развести побольше в сторону. Ну да ладно, первый блин, как всегда. Ну, не совсем кому, но в общем-то медвежонок получился неплохой, я считаю. Утащим его сейчас в Photoshop и там немножечко еще с цветом поиграем. Так. Image. Save. На десктопе сохраним. Будет у нас JPEG. Мишка. Так. Сохраняем мышку. Идем в фотошопчик. Открываем мишечку. Где у нас тут десктоп? О, десктоп. Где мишка? Вот он, мишка. Так. И теперь первую координацию сделаем, что белый фоновым сделаем. Вот так. Так. Окей. Согласен с этим фоном. И теперь коррекция цвета. Мы можем, конечно, сделать любой цвет. Вот покраснее, мне кажется, надо делать его так. Больше будет похож на мишку. Так, и чуть развернем. Что там? Ну вот, поздравляю, первый мохнатый животный у нас появился. Хорошо, замечательно. На том с вами прощаемся.